Гордость не только округа Щелково, но и всей страны. Образцовый хореографический коллектив «Волна» представил зрителям феерическое новогоднее представление. Сказочные герои, ученики школы имени Юрия Розума и юные артисты коллектива зажгли публику и запустили настоящую волну праздничного настроения. У нас очень много деток, более 200 человек. Вот. Мы стараемся, чтобы они у нас всегда танцевали разную хореографию, чтобы им нравилось. Все проходит в виде сказки. Коллектив «Волна» давно любим щелковцами и хорошо знаком жителям Московской области. А совсем недавно популярность его вышла за пределы региона. Нашему коллективу будет в следующем году 10 лет. У нас юбилей, круглая дата. Наш хореографический ансамбль «Волна» из города Щелково стал лауреатом национальной премии «Гордость страны». Прекрасные хореографические постановки, яркие костюмы, мастерство и, конечно, душа. Из года в год «Волна», несомненно, держит марку и всегда с радостью дарит зрителям настроение, в данном случае новогоднее. Дорогие друзья, дорогие наши родители, дети, бабушки, дедушки, мамы, мы очень вас любим. Нам очень нравится, когда вы приходите к нам на наши концерты. Мы всегда стараемся делать их хорошо, чтобы они были с душой, чтобы у вас осталась частичка нас в душах. И мы очень хотим поздравить вас с Новым годом, счастья, здоровья, любви, чтобы все было хорошо. Мир во всем мире. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.